Сегодня у нас 2 декабря. Брат Володя Пащенко делает пробы, вызволяет провод. Я работаю у брата одного во Христе, делаем ремонт квартиры. Проводка будет меняться, то есть в другом месте будет проходить. Сейчас этот провод надо достать, подвешивать, чтобы он нам не мешался, потом делать штукатурку здесь. Да, сейчас все пыльные работы постараемся завершить. Вчера лопаткой делал, но лопаткой дольше. А потом вспомнил же, мы же обычно вот таким сверлом делали тоже. Здесь аккуратно надо, чтобы не пробить. Да, как сейчас говорят, такой лайфхак. Когда лопатка не помогает, можно взять сверло. Обычный бур. А, что там в роликах? Да. Ага, вот видишь, вот, опасно. Может, кому-то пригодится такой совет. Да это. Вчера работал лопаткой, тоже один провод замкнул все-таки. Ударил, он обманчивался старым. Не катался. Ладно, хоть ничего не ударило. Сразу говорю, что ни на что не претендую, в смысле того, что как надо делать. Просто что есть, это все опыт. Знаешь, там профессионалы, они намного лучше сделать и быстрее. Было все как в тумане, я протер камеру, стало лучше. А? Было все как в тумане, я протер камеру, стало лучше. А на это еще. Я же с холода сейчас ее занес. Если у зрителей все равно осталось плохое изображение, протрите монитор. Кстати, вот нам еще тут помогло то, что мы провода крепим к потолку, сверлим шестерком буром и крепим вот такими штучками. Очень выручаем. Проводку убираем от стен. На потолок перекидываем, чтобы было легче штукатурить стены, чтобы она не мешалась. Ну да, когда по прямой все, чтобы это, во-первых, скорость будет. Да, другая будет скорость. Все равно запотевает. Я протираю время от времени, чтобы те, кто смотрит, могли увидеть. Время идет к обеду. Покажи, может, что вот там. Да. Вот соорудили такую вот временную перегородку здесь. Это у нас зона там, скажем, обеденная. И санузел. Здесь вот у нас штукатурка. Стены штукатурить. Там вот чистая вода в бутылках. Фильтрованная. Вот такая вот. Вот. Здесь вот у нас варится горох к обеду. Скоро будем обедать. Вот у нас зона санузла. Вот вентиляции прочистили. Здесь вот немножко еще не дочистили. Вот, трубы. Ну все, Володя, наверное, пока на хватит, наверное, да? Да, да, да.